Привет, друзья, с вами Аня, и это вторая часть росписи кукольного дома. Ну, реставрации даже, так можно сказать. Как вы помните, на данный момент пока что все выглядит вот так вот. Я ободрала обои в прошлом видео и, собственно, так сказать, начала работу. Начну я, скорее всего, с того, что просто затонирую все белой краской, чтобы, так сказать, уже была основа, а потом уже начну разрисовывать. Возможно, сделаю принт вот в таком примерно стиле, именно, ну, посмотрите. Как вы поняли, это будет принт в стиле такой, сейчас именно он довольно популярный, в стиле, ну, коровьего окраса, как это назвать. Вот. И, собственно, начну уже все тонировать белой краской. А, еще отдельно я покрашу белым вот эти вот балочки, как они называются, деревянные штуки, чтобы они были более не такими старыми, чтобы выглядели, что ли. Я уже взяла краску, кисточку, сейчас мы с вами посмотрим, как она будет ложиться на поверхность. Ну, смотрите, вроде бы хорошо, нормально так перекрывает, мне кажется. Собственно, начинаем все красить. Итак, друзья, я уже закрасила первую сторону, или как это называется, краска легла лично для меня, ну просто вот так вот. Возможно, я, конечно, буду делать два слоя, потому что, ну, как видите, ну, немножечко все-таки надо покрасить, чтобы прям белое-белое было. Ну, или думаю, не надо, и так пойдет. Сейчас попробуем дальше разукрасить вот эти две. Вторая стена готова. Ну, я считаю, это уже выглядит намного лучше, даже не считая этого, чем было. Вот согласитесь. Итак, наконец-то этот момент настал, и я закрасила полностью все стенки вот эти вот. Просто посмотрите, насколько мало осталось краски. Я надеюсь, мне хотя бы хватит. Вот такие дела. Пока что у нас вот так все получается. Ждите следующей части. Смотрите наш канал, подписывайтесь на него. Всем пока!